Астрологический прогноз от салона Мандрагора. 24 января, пятница. Для многих овнов пришло время перехода на новый уровень развития. Полезно пересмотреть отношения с партнерами и рабочим коллективом. Попытка контролировать все, что происходит, может лишить вас свободного времени. У тельцов, вероятно, непредвиденная поездка. Дела друзей и родственников могут отнять довольно много сил. Стоит учесть, что нежелание расставаться с прошлым способно привести к прибавке в весе. Близнецы будут подбивать окружающих к участию в каком-то деле. Порой вам кажется, что вы лучше самих людей знаете, что им нужно. Некоторую опасность представляют ваши собственные противоречивые желания. У раков хорошее время для духовных практик и оздоровления тела через работу с сознанием. Также вас может привлечь новый вид спорта или развлечений. Появляются новые знакомства и связи. Ваш постоянный партнер может начать сетовать на недостаток внимания. У львов назревают неожиданные события и препятствия. Таким образом, судьба стимулирует процесс духовного становления. Учитесь предчувствовать, проникать в самую суть происходящего. Это поможет реализоваться в обществе и найти новых друзей. У дев благоприятный период для совершенствования любых навыков. Задайтесь целью раскрыть возможности, скрытые в вас. Скорее всего, вы недооцениваете свою роль в жизни других людей. Время весов будет тратиться в основном на общение и учебу. Особенный успех ждет во всех коллективных мероприятиях. Вероятно, полезная поездка, небольшое путешествие. Одна из задач этого периода – научиться лучше понимать свое тело. Скорпионов, события дня могут подталкивать к резким, необдуманным действиям. Постарайтесь добиться своего мирными путями, не наказывая окружающих за откровенность. Построение долгосрочных планов может привести к мыслям об изменении привычного уклада жизни. У стрельцов наблюдается тенденция к нарушению прежних договоренностей. Вы будете весьма популярны в дружеской среде, а вот отношения с начальством могут обостриться. Разберитесь, от чего в большей степени зависит ваше благополучие – ощущение полноты жизни. Козерогам стоит отказаться от повторения одних и тех же действий. Подойдите к делу без предрассудков, не боясь критики со стороны окружающих. Уверенность в нужности дела, которым вы занимаетесь, положительно скажется и на процессе, и на результате. Водолеям не стоит чрезмерно загружать себя работой. Этот период больше подходит для дружеского общения или обучения вещам, интересным лично вам. Хорошо организовывать группы по интересам или примыкать к уже существующим, если они отвечают вашим потребностям. У рыб хорошее время для подборки стильных вещей для своего гардероба. Вы могли бы с успехом выступить в качестве модельера как собственного, так и тех, кто вас окружает. В этот период можно сделать большой скачок в карьере. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Новогодние святочные гадания, эффективный приворот, снятие порчи, с глаза, венца безбрачия. Телефон 276-95-63.